эксперты. Экипажи сильно прокачаны, потому что я летаю на этих экипажах в аркаде. Странно, а мы не на том спауне появились, Ась? Да-да-да. Здесь выбирать нельзя было. А, ну да. Ты разделяешь, чем мы так наверх поедем? Или это... А чем поможет нам этот верх? Не знаю, там сверху можно пострелять. Неожиданно. Там, в принципе, сейфный кармашек, из которого, если выезжать аккуратно, вот здесь уже можно начинать карабкаться налево, например. Так, уже проезжает там вражина по артиллерии. Вроде вражина. Нифига себе, ты прыгнул. А у тебя не стоит симулировать подвеску? Всем танкам. А, в наш... А, меня уже наказали. Понятно. Сюда не забраться. Джедай, аккуратно. Я уже огреб. Откуда это было? Не видел? Там, впереди. Впереди? Да, стреляет. Понятно. Я чинюсь. Это Шерман. Два Шермана. Шерман заехал уже. Ну, не выезжай за второго камень. Уничтожу. Ах. А что тут снизу такое вообще? А, что здесь нет? Тупик. Тупик. Это лаван. А левее можно, значит, левее можно объехать? Я-то вообще не катался. Уничтожили. Что это? Я Шерман уничтожился тот самый. Сдетонировал. Так, там на горке, по-моему, что-то стоит. Не вижу. Да, Шерман стоит на горке. Еще один Шерман сдетонировал. А. Джунгли, что ли? Ну, вроде нету здесь джунгли. Хотя... Три четверка погибла по пути. А ничего, здесь какие карманы есть. Где можно спрятаться. Вот сюда надо заехать на Вулверине, самое левое. Кармашек встать, когда мы, ну, с нашей стороны, если по ней играть. 85. Там до 17-м смысле. Ок, а, у вас вот. Спереди кто-то вас стреляет. Я не вижу. Я вот тоже плохо вижу. Это а, у меня еще и правее. Блять, джедай, ну нахуя ты вечно так близко встаешь, а? Что? Нахуя? Я не стоял возле тебя. Ну а кто? Это не я вообще не на танке. Ай, блять. За любовь. Что ты хочешь от меня? Не вижу я на штуке перед тобой. Прошу, не ты. Шармана убил. А это просто какой-то придурок, который подъехал. Я Вульверина вообще там не видел. Да, я его критически повредил. Только меня еще добили там. До хрена врагов вокруг него. Ну, вторая волна пошла на второй жизни у них. Рук ты там затащишь? Не знаю. Пока я еду. Я тут очень сломанный, но меня, возможно, не видят. Ага, я уже вижу с 85. А нет, меня... Как они так быстро приехали? Меня откуда-то стреляет. Так, с 85 я вольну. Осторожно, опять... с М18 справа. М18 справа леет по полю уже. Вижу что-то. Я вижу, рутер расстреливают.
Да, я тут чинюсь потихоньку. Он меня потихоньку убивает. Видел, откуда выстрел был? Только дерево мешает, как всегда, дерево мешает. Два члена экипажа у меня осталось. Все. Да блин, это дерево не хочет падать! Да, там уже ждут. Меня сбоку схватил. А, вижу. Ну да, выстрелим мне двигатель, так лучше будет. Куда, блин? Башни у него нет. У меня пушки нету. И гусеницы. Бой берут. Блин. Только это, у них на горе был. Дальше. Не знаю, где он сейчас. Артиллерия на позиции. А, вы у меня слева. Там, где Рут был. Шерман. 105 миллиметров. Нет, трак сбили. Он меня не видит или игнорит? Да на. С кем там приселишься? Пёрка. Нельзя потерять этого Шермана. Насчет это взять 4. Я четверку убил. На горе. Блин, там до сих пор, по-моему, да? Опять двигатель сломали. У меня тут 2 танка. Могу двигаться. Да, на горе до сих пор есть. Куда? Куда вот эта стрельба идет? А, минуту двигатель чинить, ну прекрасно. Да блин. Почему бы и нет? И все. А как? Как меня стреляют оттуда? Ну не видно. Не видно, да его. Ну пиздец, это просто. Он мне в верхнюю крышку башни попадает и вниз осколки улетают. Да. Это такой бред. Сейчас такой трюк используют. Ну на крышке, оно рикошетить должно. Блин, Никозенко ему не сбил. Ждать там живой? Не, он взлетает. Нет. Это же? Меня со всех сторон накрыли. Пока я чинился, еще 2 подъехали, опять поломали. Чувак меня потерял, отлично. Отомстил. Надо выше забраться. На 144. Вот еще был? Он, видишь, в воздухе кто-то, джедай? Да, это Ил вроде. Не? Ну, мы единственные воздухе. Тандерболт летает.
Над Б пролетел. Да, вижу, вижу. В вашу сторону. Вверх полетел, к озеру. Вверх, иди вверх! О! Ух, вырулил. Готов. Я убил эту четверку. Я тандерболку забрал. Ух. Там еще Шерлан был, я не знаю, если он жив. Ты пролетел сзади меня? Да, над тобой. Я думал, что опять врежу в дерево, но вырулил. Так трудно. Где враги-то? Не знаю. Да, ну, во-первых, недалеко от Б, там, где меня убили. На Б я двоих убил. На севере. Которая этот Айса убил, я убил. И Т-34 убил. На Б. Я пока тут возле Б тушу. А, вижу там Шермана. Туши. Шерман. С нашей стороны съезжает Б. Шерман, да, Шерман. Выстрелил в бочину. Он выстрелил? Да, я ему поджег. Сейчас сдохну. Так, а там еще один за. Убил. Ездит. Хелкет. Ил пролетел. На него сбросил. И на Хелкет сбросил. Он там, на самом краю, на горке. Не очень, тут два раза сбросили бомбы. Ну, на краю, где ты стоял, где тебя расстреливали долго. А, окей. Так, какой-то самолет вражеский, походу. Ай, меня Ил сбил, боже ты мой. Вот я говорил, Ил тут бросал бомбу. О, блядь. Куда я тебе на 6 садится? Да, я смотрю назад, не вижу. А, блин, это какой-то Тандерболт. Аэрокобра. Аэрокобра даже? И что? Он наверх пошел. Лучше Ила. Конец мне. На 3 часа у тебя Ил, лучше его забери с собой, пока тебя кобра не растерзала него. 3 часа, говоришь? Этот? Да. Далеко? Ну, блядь, попытайся. А что, у тебя много шансов других? А кто там? А кто это? Двухмоторник? Вон, это 410 какой-нибудь. А он точно живой был? Хелкет? Да, точно. Я на него сбросил, даже попал. Так, вижу, еще один Шерман едет. Убил. А, они лечут. Вон он, Рус, чуть левее. Левее, 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 во. Прямо. Да, где? А, вижу, да. Надо, нифига себе. Круто. Ну ты даешь. Спрятался. Да тут столько все происходит. Странно то, что я сделал два выстрела, убил двоих и... Даже три выстрела, он меня не нашел. Он такой же, как и ты. Не, ну он-то не стрелял ни в кого. Может, здесь просто... никого из наших не было, кроме меня. Но он не мог найти, он ездил туда-сюда. А я вот спрятался хорошо. Так, а есть кроме меня кто-нибудь? Я гляну. Танк, еще один Мардер. Танк и Мардер, да? Нет, просто Мардер. Просто Мардер. И в воздухе 410, которого Аэрокобра пытается забрать. А он отстреливается задними ганнерами. Хотя Аэрокобре может достаться очень быстро. Так, ну я вообще так понимаю, мне тут бесполезно так стоять, да? Я на такую высоту не поднимусь. У Аэрокобры с боезапасом большие проблемы еще для кучи. Так, а Мардер ездит... Но он, наверное, экономит. Около тебя, Рут. С нашей стороны кто-то подъехал. Команда захватывает. Б. Берут. Надо вернуться. Вижу. Забью на эту аэрокобру. ПТ-шка. Но она не берет. Это не она. Не она. А, да. Она просто проехала по Б. И все. Смотри, хорошее место, стою тут, не отходя от кассы. Так, это А, а Б я не так, вижу. А на Б я убил, на Б я убил.
А у них еще раз, два, три, четыре человека. Да, ну ищи кого-нибудь. Блин, где оно? А, ну там, где река, то есть озеро кончается, вот там Б. Ну, где нас всех повалили. Левей, то есть правей. С центра на Б едет. А, блин, не попал. Джедай, молодец. Ну, пофиг, я его убью, если он там. Это Т-34. А, разбился? Блин, слишком рано выстрелил. Вижу его. Тут слишком поздно выстрелил. Блин, только зацепил. Он стреляет, только не в того. Он Шермана трупа выстрелил. Хорош, вот спас ты нашего мордора. Нет, надо медленнее заходить. С такой скоростью нельзя атаковать на этой хрени. Выше 300 километров уже плохо. Разбился кто-то. А, наш разбился. Ну это я там сел. На горку. Так, на ща. А, еще на час. На час. Просто на час башню. Да-да. Ой, блядь, да. Блин, рикошет, серьезно? Еще один? Или это он развернулся уже? Вон. Да? Не промазал. Вперед, конечно. Ну, там все в деревьях. А он убил Мордора, ты последний рут. Не понял. Ну. Я ему двоих членов экипажа снял. О, попал. Сейчас арта пройдет, посмотрим, что будет. Это летит страшно. Это не на кобра? Ну, точно, народ она. Ничего не сделает. У нас базука не летает, охренеть. А, это бесполезно, эти базуки, сколько я не пытался. Да, разброс такой широкий, я не знаю. Или на два танка вперед стрелять надо. Ну, где ты тут? Мог свалить. Ну, с базуками можно потренироваться. Налево. В пробном вылете. Скорее всего, он так и сделал, свалил налево. А, на меня заходит. А пусть. Ой, вот она. У тебя в упор. А, дерево. А, дерево. И выстрел. О, убил, да? Не? На. Чинись. А он поможет? Чак, поможешь? Молчит. Обиделся. Ну, самолет и еще какой-то танк должен быть. Он не принимает исход этого спора. Хорошо, он спрятался, кстати, вот. Да. Ну, может, он чинился. У него был шанс. А, не прятался. Но я ему ничего не сломал. Я ему убил два члена экипажа в башне и все. Ну, тебя это спасло. У него заряжающего не было. Интересно, как он тебя не пробил? Пробил меня. У меня сама башня. И убил одного члена экипажа. А где дырка в башне? Ааа, сволочь. Что, пушкой? Т-34. Он там справа взад. Убирались как львы. 8 киллов, 9 киллов. А у меня сейчас юнкер есть. Ну это можно помочь. Не знаю. А кто там летает? 110-й, 40-й. Может помочь, вот, потому что 3 минуты таймер, а у нас по тикетам выигрыш. Да?
Он на Б заехал. Это 110, а не 410. А, то есть это наш летает? Ну, да, двухмоторник, да. Окей. Пробую сбросить что-нибудь. Ну, если он возьмет, то, по-моему, по очкам мы начнем проигрывать. Надо будет суицид просто сделать на него. А это захват точки, нет? Вроде. Suicide run? Прорыв. Прорыв, да, но разве не снимает очки за первую точку? Не знаю. В курсе. А что здесь, что он делает? Да, что? А, 110-й странный. А вон аэрокобра. А нет, смотри. Где он? Снимает. Где он? Suicide run. Не, не надо suicide run. Я не вижу. Под тобой. По лесу проехал, по лесу полосе. Поживее разворот надо делать. Да я же на джойстике. Ты можешь тянуть? Пораньше надо начинать поворачивать. Да я джойстик поправлял. Мне еще надо, ну, привыкнуть. Так. Так, вот вниз. Вот чуть правее, лесополоса такая, островок, лес. Вот он там ехал. А вот он едет. Он уже под тобой. Под тобой. Ты перелетел его. Сколько время? Это 34? Да. Сколько у нас время? Минута. Убей его и не расходься. По очкам мы выигрываем. На 4 сотни. Бля, он по дороге ехал, не? А ну, по полю. Левее, левее, рук левее. Так, вот прямо. Куда, куда, рот, куда? Направо теперь. И побольше разворот, побольше. Чего найти? Я хочу его найти вообще. Ну я тебе. Ты над ним летаешь, ну. Ты не так его издалека не увидишь. 10 секунд. Он вот стреляет. Выстрелил, видишь, под тобой. Лети вниз и на эту, на этот холм. Возле бункера. Да и не, опять не ты разумею. Пролетаешь с той стороны. Ладно. Мы победили, Петрану. Удержал. Ой, это жесть. Еще сложная карта, чтобы найти там что-то это. На джойстике я ощущаю на самолете, как не знаю, на корыте каком-то. А мне опять куча дублеров, да. Что ж тебе все продолжает давать-то? Ну извини, 9 киллов последний. Выживший. Ну, блин. Так я на первом месте топовый, и по телам, и по всему, так мне ничего. Я вон на первом месте. Алло. И чё? Это не в счет. Джедай, тебе же тоже дали? Что? Тебе тоже что-нибудь дали, не? Нет. Нет? А значит, я у всех вас трофеи забрал. Не знаю. Короче, я и то на джойстике убил Т-34 с этой пушкой. Ну. И чё? А бомбу не смог сбросить. Ну ты сколько уже летаешь на джойстике? Давно. Знаешь? На симуляторе? Когда я начал в симуляторе с вами летать? Знаешь, когда я джойстиком пользовался? Месяц назад? Не, вообще. Кроме вот этого, когда я сейчас летаю. А я еще Mech Warrior 4 играл на джойстике. Вот, на джойстике я играл, когда были за X Spectrum еще в моде. И даже до них еще. Тогда я джойстиком пользовался, когда это единственный был контроллер. У меня был старый джойстик, очень старый джойстик, вот. На нем я Mech Warrior.